Я знаю один секрет. Секрет этот заключается в том, что общепризнанно думать, что талант всегда пробьется. Это неправда. Если ты не встретишь в жизни человека или как несколько человек, не схватишь ситуацию какую-то, то ты можешь продолжать быть талантливым, но ничего не сможешь сделать. Поэтому, когда ты видишь молодых, талантливых, на самом деле талантливых, то хочется им помочь, подтолкнуть немножко. This was an absolute dream. Знаете, это была моя заветная мечта – исполнить этот концерт Шостаковича в зале, где состоялась премьера, с этим замечательным оркестром, с маэстро. Это была настоящая мечта. Если бы я знала, когда только начинала играть на скрипке, что это случится, я бы прыгала от счастья. Это просто лучшее, что можно себе представить. Я талантливых выбираю. А женщин я выбираю. Вот мне дали послушать ее кассету с ее фотографией. Я посмотрел, сказал, слушать не буду, пусть играет, потому что она очень красивая. Но оказалось, что она играет еще лучше, чем выглядит. Я должна вам сказать, что мой родной музыкальный язык, могу сказать, русский, потому что моими первыми учителями были русские, хоть я и испанка. У меня были уроки на русском. Я учила русский репертуар с русскими учителями. Моим первым учителем был Захар Брон, первый серьезный педагог на долгий шестилетний период. После этого моим консультантом был Венгеров. Я должна сказать, что у меня еще было преимущество разучить этот концерт много лет назад. Я начинала его учить, когда меня обучал Ростропович, который был моим наставником, и, как всем известно, он Шостаковичу был как брат. И у меня была привилегия, знаете, находиться в его доме в Лондоне и играть этот концерт, пока он меня аккомпанировал на фортепиано и рассказывал такие замечательные и безумные истории и анекдоты в перерывах между репетициями и пассажами. Знаете, это был действительно невероятный опыт. Мне очень повезло, что я смогла получить такую рекомендацию от такого человека. Это просто сокровище. Сейчас молодое поколение не так заинтересовано в музыке, и это очень обидно. Классическую музыку сместили с важного, с главного места в обществе. Мы не должны допустить этого, особенно сейчас, когда много трудностей у людей. Сейчас нам больше всего нужно воспитывать нашу душу. Мне кажется, что вообще не только у нас,
А во всем мире сейчас культура погибает, если так ласково сказать. Дело в том, что сегодня мир так поменялся, что духовность человеческая стала не в цене совсем. И вот человечество, по-моему, постепенно возвращается к дарвинскому началу. Дичает люди. Если вы послушаете молодых, на каком они русском языке говорят, вы поймете, что они никогда не читали Пушкина. Если вы поговорите с другими молодыми людьми, они никогда не читали Толстого, Достоевского, я не знаю, Набокова, Бунина. По-моему, язык определяет здоровье нации, духовное. Я думаю, с духовностью в мире очень сложна сейчас ситуация. Единственное, что радует, что не только у нас. Я очень хочу, чтобы это поменялось, и надеюсь, у меня будет возможность заниматься этим искусством. И если все будут вместе работать, перемены произойдут. Он очень интересен как человек, как мужчина, как музыкант. Интересен во всем. Он очень любопытный человек. Когда мы с ним разговариваем, он очень серьезный, но в то же время он как ребенок. И это хорошо. Мы все должны сохранять эту детскую частицу в себе. И я желаю ему оставаться с нами еще много-много лет. Мы нуждаемся в нем. Он великий человек. Такой особенный человек.